Вот сейчас открою я эту кусовка и попробую найти хоть один плохой танк. Хоть это найдешь в любом случае, хотя бы один. Так, СССР, армия. Вот смотрим прям по БР. На первом ранге сомнительный Т-60. Что на нем играть будет? Сколько у него пробитие? 32. БТшки все, им бы Су-76 неплохой, Су-5 неплохой, ГАЗ Максима Мирофляный. А чем БТшка и имба? А, ну, потому что она может с разворота уничтожить Леопард 1 в лоб? Да что угодно, там даже Т-80 в лоб пробивается с нее как-то. А, что говно, БМ-8-24. Там ракеты КАЛ, это да. После того, как ввели механику давления. Та самая система наведения на ней тоже, то еще. Ну, там реально по поводу этой штуки можно реально на говно зайти, извини, перебил. Да. Но наводка лучше, чем у Катюши в какой-то степени, но да. Он просто низко. Потом смотрим дальше. Второй ранг, Т-50. Раньше имбище было, сейчас не играю. Не знаю. Т-80. Никогда не играл, просто открыл, у меня стоит такой в ангаре пылиться. Но всегда он мне так внешне нравился, такой красивый, прикольный. Вот так, да, еще раз. Легкий танк Т-80. Прикольный такой внешний. Су-122, по-моему, сейчас она на фугасах более чем играется. Да, нормально там фугас. ГАЗ с 25-кой нормальная зенитка. ПТР с КПВТ неплохая зенитка. ЗИС-30. Это ЗИС-30, его все знают. Су-57 горбатый. Ну, ЗИС-30, 57 миллиметров, которые все пробивают. Да, нет, я помню, просто, по-моему, этого полезного веса было видос ЗИС-30, типа хуйня, которая пробивает абсолютно все. Як-10, это почти то же самое, только побольше размером. Оба Т-28 имбы. Т-34 даже не обсуждается, как и КВшки. КВ-2 это просто рафляный танк. Как ты говоришь, пизды 2. Два, да. Опять Т-34 на третьем ранге имбы. Тяжелые танки вообще имбища. А Су-57 самый невидимый танк. ПТ-76 в стопе нормальный. Всякие сушки 152-е. Да и 122-е, они на расстоянии не особо-то и пробиваются. А их пушка позволяет пробить на любом расстоянии. Премы. Ну, Су-100Y, конечно, картон, но живучий. За счет боевого деления. А КВ-220 это самый лучший танк на 5,7 бегает. Дальше, четвертый ранг. Ну, четвертый ранг. 2,44-ки это самые непробиваемые из обагованных танки в игре. 3485 СМП, ИС-2, ИС-2, СУ-100П, очень хорошая это САУ. Интересная штука. А СУ-85? Ну такое. А СУ-85 я даже в топ пушка. Вывел. Да не, пушка тоже такая себе там. СУ-100 могут не пробить. Акация очень живучая, там осколки не образуются внутри. Ничего себе. Это с каких пор? С каких пор ЗСУ 37 на 3,7? Она на 4,7 или 5,0 стояла? СУ-122П это самый старый прем ветки совка. И-6 в принципе играбельный, КВ-122 играбельный, Т-44-122 это мой любимый прем 4 ранга у совка. Т-34-100 кал, да, согласен. Почему? Ну, на нем тоже играть можно, еще уж. Ну, у него на БРе 6,7. Нету брони, меньше на одного члена экипажа, нету танкующего люка мехвода,
пушка долго кадышится, раскачка ужасная. Он на 6.3 был шикарным. На старом 6.3. И сейчас его надо вернуть на 6.3 обратно. Китайский Type 62. Если уметь играть на УТ-шках, то хороший. По 76-57 имба. Пятый ранг. 54-ки. Все поголовные имбы. Ис-3. Хрень его пробьешь с объемными снарядами, как и Ис-4. БМП-1. Ты сейчас на стриме еще, что ли? Нет. Хотя зря. Да. БМП-1 имба, объект 906 имба. СУ-122-54, я на нем в первом бою в стоке сделал ядерку. Объект 268 не играл. ЗСУ-57-2. Да нормально пойдет. Объект 120. Я не помню, там есть СУ. Походу нет. Нет. Все равно 152 мм с КД 10 секунд, который фугасом все выносит. Т-10А. Это нормальный танк. Конечно, его пробивают, если попасть на БР ниже, выше. Но нормально. То же самое с ИС-7. Объект 279 имба, Т-5-1 имба, Турмс имба, почти. ПМД-4 имба, ПМП-2М и бище просто. И Т-1 хорошая штука. Штурм-С пожилое давление. Шилка Енисей. Ты сказал пожилое давление? Да. А почему пожилое? Ну, у пенсионеров оно обычно происходит, а тут у нас в танков. Пожилое давление — это когда, ну, человек не может кал держать. Штурм С. С? С, да. А, я же в нем только что говорю. Шилка Енисей. Шилка, ну, в принципе, на расстоянии до 3 км они более чем справляются со своей работой. БМП-2, БМП-3. Хорошие штучки. Объект 685 не играл, ничего не скажу. 685? Да. Да я тоже, кстати, до него так. Т-64А. Его пустили на 9.0. У него пушка пробивает все что угодно на его БР. Да, пробивной. Его все там могут пробить. Заднего хода нету, но он не такой же и плохой. Т-62. Оба. Это относительно нормальные танки. Хоть и КД долго. Т-10М хороший танк. Т-55А хороший танк. 72А. Тоже хороший, 64Б тоже хороший, Т-80Б вообще шикарный, быстрый, на 10.0, с манго, 72-ки бэшные, то же самое, хоть заднего хода нет, но зато бронированные. И 7-й ранг, Т-90А мне показался очень даже приятным танком, что там на него ноют, Б-3, это 90А, только больше брони. Т-80 тут, Т-80 БВМ, это самые имбовые танки на топ-тире, наверное. Спруты не играл, но второй спрут, говорят, хороший. Хризантема, опять же, еще раз пожилое давление, но ты уже два раза стреляешь. И лучшая зенитка, там узкая.